Девочки, окна, конечно, грязные, стекла на машине. Мы остановились, вот на светофоре стоим. Посмотрите, сколько ободов. Это просто кошмар. Облепили всю машину. Как тут бедные рабочие работают? Я даже не представляю. Стекла очень грязные. Это вот мы пока ехали. Об нас, не знаю, наверное, миллион всяких мелких насекомых разбилось. Вот так вот. Вообще, сколько много ободов. На улице плюс 26 градусов. Мы, ребятушки, отправились в путь, в Петрозаводск. Дима будет удалять два зуба. Вот такие вот дела. Доехали мы, ребята, до Топаза. Это вот 9 километров до Сегежа осталось. Сейчас попили с Димой чайку, взяли с собой термос, взяли с собой бутерброды с сыром, вот перекусили и помчимся дальше. Ой, мошкара прямо в глаз залетела, глаза уже такие соловьиные, спать хочется. Время 15 минут 10, ну ехать нам еще, наверное, часа 3-то точно. Долго, очень долго, вот в связи с этим ремонтом дорог, очень медленно ехали, светофор на светофоре, ну, в общем, все как обычно. Простояли, пылища, вообще ничего не видно, вот пару метров и все, столб дыма стоит, и не знаешь, можно ехать, не можно ехать. В общем, дорога, конечно, очень такая некомфортная. Ну да ладно, куда деваться, ехать надо. А почему поехали мы в Петрозаводск, ребята? Потому что в нашем городе отказались Диме рвать зубы и лечить отказались. Он полностью полость рта свою реставрировал, где там нужно было подлечить. А вот за эти два зуба не взялись. Сказали, надо удалять, но удалять мы не будем. Езжайте в Петрозаводск, в республиканскую стоматологию. Так что... Завтра стоматология будет работать с 7:30. Поедем к самому открытию. Там принимают только по очереди, по номеркам. Заказывать заранее номерок нельзя. Так что приедем, постараемся взять талончик. И по ОМС принимают по ОМС. Так что сказали, что где-то... Если зуб не сложный, то 360, по-моему, 1 рубль за сам укол. Ну, а если же уже там зуб мудрости или еще какой-то зуб такой с осложнениями, то примерно где-то до 2000 рублей. Так что посмотрим, как будет, потом расскажу вам. Самое главное, чтобы приняли, чтобы ехали мы не зря. Но затягивать Дима не хотел, потому что зубы болят, вот эти два зуба, и почему-то десна начала нарастать на вот эти остатки зубов, так что вот большой дискомфорт, поэтому решили ехать. Все это время ездили только ради меня, и все деньги шли только на меня, ну и вот пришло время, конечно же, уже уделить время мужу. Мальчиков наших тоже надо лечить обязательно. Сами они никуда не пойдут. Постоянно надо подталкивать. Но контролировать здоровье, конечно, мужчинам тоже нужно. Ладно, ребятушки, поедем дальше. Завтра уже расскажу вам из города, что да как. Приехали мы, ребята, в стоматологию нашу республиканскую. Вот такое вот большое здание. Пойду посижу. Очень жарко сегодня. Цветочки красивые растут. Вон какие. Клумбочки стоят. Всем доброе-доброе раннее утро субботы. Сдала Диму в клинику. И теперь подожду его на улице. Сегодня очень жаркий день. Пока плюс 25. Ожидается до плюс 28. Очень жарко. Спали совсем-совсем мало. Приехали без 20 час ночи. И на 6 утра уже будильник прозвенел. А совсем напротив
находится центр ЭКО, совершенно новое здание, красивое тоже. Вот такое вот, ребята. Так что, кому надо, добро пожаловать. Все условия. И тем более сейчас ЭКО делают по ОМС совершенно бесплатно. Главное, чтобы рождаемость повысить. Очень жарко. Надо найти скамеечку, в тенечке посидеть. Сейчас я вот дойду до парка. Очень хорошее здесь расположение. Клиника находится на улице Гоголя, 10. И тут как раз такая большая, хорошая парковая зона. Вот наша машинка одинокая стоит. И вот, ребята, парк сразу. Присела на скамеечку и буду Диму ждать. Доехали, ребята, хорошо, но дорога была очень-очень в ужасном состоянии в связи с ремонтом. И, конечно же, очень много времени мы на ней потеряли. А потом, когда уже выехали на трассу, потом уже поехали весело. Но вот так как лето сейчас, движение очень интенсивное. Даже вот в нашей стороне туристы едут из Москвы, из Питера, из Мурманска. Отовсюду едут. Хотят посидеть в дикой природе. Наверное, порелаксировать. Устают люди от шумных больших городов. Конечно, нужна разрядка. Ой, ну сегодня будет очень жарко. Красиво так у меня за спиной парк. Хорошо. Не знаю, долго ли Диму продержат или нет. Надеюсь, вырвут ему два этих несчастных зуба. Но приняли сразу же и первоначально отправили сразу на рентген. Вот сейчас сделают рентген и потом уже что доктор скажет. Работают они сегодня до 3. Мы приехали вот начало 9. Проснулись, говорю, в 6 утра. Но такие капоши. Пока я завтрак приготовила, пока умылись, воду в городе отключили. Пришлось чайниками греть. Белье погладила, вот платье прошлогоднее мне влезло на удивление. Я прямо думала, что вообще даже и не стоит его мерить. А так довольно-таки свободненько, хорошо так зашло. Так что вот, девочки, сижу, жду Диму. Потом, наверное, поедем на квартиру, может, немножко поспим, потому что, ну вот, я говорю, мы спали совсем мало, ну, не полных 5 часов. Захочется, наверное, поспать, да и чтобы у Димы вот после того, как зубы вырвут, все это в челюсти там немножко отошло. А потом уже поедем по делам какие-нибудь, может, в магазин какой зайдем, посмотрим, что почем. Написано в Сигме, огурчики всего по 35 рублей, такие маленькие, пупырчатые. У нас, конечно, гораздо-гораздо дороже. Хочу посмотреть, почем черешня, почем клубника, потому что у нас как были цены по 600 рублей, так до сих пор такие цены и сохраняются. Сразу рвать не стали, ребята. Отправили погулять аж на до 20 минут 11 и сказали, что это оба зубы мудрости, поэтому сразу за раз их два зуба не рвут. Сейчас вырвут только один, а второй сказали уже попозже, через неделю или через две, но сразу сказали, не рвут, не разрешено им так делать. Так что все, сейчас свободно, сейчас съездим на заправочку, вот приехали, вернее, сейчас заправимся и погуляем по городу, подышим свежим воздухом. Ну, очень жарко уже, ребята, плюс 26. Завтра ожидается, по-моему, плюс 30. Прям зной-зной. Гуляю по парку. Дима пошел удалять свой зубик. Вот так вот. Уже съела мороженое, потому что очень жарко. Ребят, хоть и суббота, а работники работают. Памятник Державину. Вот такой вот. В Петрозаводске много разных памятников. И парков разных очень много. Там вот детская площадка. В общем, есть где с детками погулять. А я присела на лавочку. Вот такую вот. И посижу в тенечке. Отдохну. Ну, я, конечно, не устала, но просто очень-очень жарко.
фонари такие старинные. Вот они какие. Красиво. Все, ребятушки, едем домой. На улице вы не представляете. Такая жарища. Плюс 34 градуса. Давным-давно я такой погоды не помню. Даже в том году было очень тепло, но не до 34, это точно. Просто вообще пекло самое настоящее. Но вроде бы как сегодня самый теплый день, завтра будет уже попрохладнее. Все, Дима чувствует себя хорошо, ничего не болит. Так что через недельки-две придется приехать второй раз. Сразу зубы удалять оба не стали, я уже сказала вчера, так как это зубы мудрости. И вы представляете, что меня очень-очень порадовало, не взяли с Димой ни копеечки, даже за укол, который был очень-очень качественный. Дима говорит, я ничего не почувствовал. Так что со спокойной душой едем домой. Самое главное, что запланировали к зубному, попали и все сделали. Легкой нам дороги. Приедем очень поздно. Река Сегежа. Вот такая вот. Большая, красивая. Вот в такой пылище, ребята, едем. Не видно вообще ничего. Вот это мы едем как раз, где у нас собираются класть новый асфальт. Ремонт дороги 25 километров. Ехать, конечно, очень сложно. Машина уже грязная. Просто караул. Потому что видимости ноль. Красивое такое небо. Солнышко село. Время, ребята, 10 час вечера. Ой, красота. Жалко, что окно очень грязное. Подъезжаем, ребята, уже к городу. Почти еще немножко осталось. Добрались хорошо, без происшествий. Все отлично. Всем сладких снов, ребятушки. Всего-всего вам хорошего.